Для градоначальников приготовили насыщенную программу. В целях обмена опытом за круглым столом главы муниципалитетов поделились друг с другом опытом решения актуальных проблем. Сразу после отправились увидеть преображение самарских парков, скверов и площадей по программе формирования комфортной городской среды, которая реализуется в каждом из муниципалитетов. Изменения кардинальные. Объекты не просто благоустроенные, в каждом объекте есть своя изюминка, что-то свое интересное. И самое главное, что, несмотря на рабочий день, эти объекты пользуются популярностью. Блин, только с утра. Вообще счастливы, довольны, да? Да, очень. Нам понравилось, мы второй раз сюда пришли. А вы где живете? Мы живем через дом. Ну, здесь вообще близко. Да, здесь прям 3 минутки, мы здесь. Спасибо. Тур по новым знаковым местам Самары начали со сквера у храма Кирилла и Мефодия. Здесь сделали колоссальную работу, изменения налицо. Еще в прошлом году площадка была запущена, сегодня это мини-парк с большой зеленой зоной и уникальным детским уголком. У нас это типовая площадка, она сделана под эту территорию, конкретно под эту территорию. Следом отправились в сквер Фадеева, на преображение которого потрачено больше всего средств. Изменения того стоили. Гости города оценили и большой выбор спортивных площадок, футбольные, баскетбольные, воркаут и космический детский городок. Мы видим, что на общественных территориях, которые реконструируются в рамках национального проекта, в рамках комфортной городской среды, люди оцениваются это, как говорится, своими ногами. И дети, которые... видно с улыбками, счастливые на этих игровых комплексах и площадках, выражают свою энергию и положительные эмоции. Это замечательно. Вдохновившись самарскими преображениями, главы муниципалитета взяли некоторые идеи на карандаш. Следующее место, которое необходимо привести в порядок в Октябрьске – главная городская площадь. Главе муниципалитета понравился дизайн Крымской площади. Больше, чем красиво, просто великолепно. Интересные проектные решения, интересный объект. Это говорит о том, что команда профессионалов есть в администрации городского округа Самара. Она работает. Очень интересные решения, которые, я понимаю, воплощены были именно по пожеланиям жителей, живущих каждый в своем районе. И я думаю, что вот такое великолепие, оно сегодня создаст комфорт жителям городского округа в каждом районе, в котором такое пространство появилось. Помимо общественных пространств, которые получили долгожданное преображение по программе формирования комфортной городской среды, гостей пригласили в музейный квартал с посещением дома, где когда-то жил знаменитый режиссер Эльдар Рязанов. Мне очень понравилась реакция моих коллег, ну и во время проездки, конечно, я услышала от них много предложений, и они делились опытом. И мне хотелось, как председателю ассоциации, да, все-таки зародить такую традицию, что мы в каком-то городе собираемся, проводим совместные совещания и в том числе показываем свои достижения. Все свои итоговые предложения Ассоциация Совет муниципальных образований Самарской области направит на рассмотрение губернатору Дмитрию Азарову. Мария Левина, Николай Епифанов. События.